Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и я представляю вашему вниманию Блиц-дуэль в Sid Meier's Civilization 6. Блиц она потому, что на ход дается всего 70 секунд, так что будем ходить быстро и, наверное, мало что успевать, скорее всего. Ну, чтобы было динамично, быстро и в одну серию уложиться, а не растягивать это удовольствие на много-много ходов. Играю я за Нубию против Рима. Приятного вам просмотра. Так, ну что, способности Нубии у нас тут вот улучшение доступное после изучения каменной кладки. Но можно строить только в пустыне, на холмах в пустыне или в пойме реки. Вот у меня тут... Оно там всякие бонусы дает центром, но вот видите, проблема, что вот тут только получается можно будет строить, а тут пойма. Ладно, я ставлю город тут. Пока. Пойдем исследовать здесь территорию. Но мне, видите, пустыня нужна. Вообще, то есть это соперник предложил две нации, Рим и Нубию. Мне кажется, это слишком читерские обе нации. Они во многом зависят от месторасположения. Ну, я вот взял... Да, тут еще прачники быстрее строятся, по-моему, у Нубии. Ну, я давайте начну со строителей. Мне тут есть что обработать. Давайте, наверное, что лучше, быстрее вырасти или быстрее построить? Давайте, наверное, расти быстрее будем. Ну и ускорить строительство. И, собственно, горное дело. Надо открывать пока горное дело. Так, включу клеточки. Потом надо будет рис как-то обработать. Раз, два... Да, ну и орошение у меня не будет пока открыто. Значит, надо, наверное, два камня обработать и рис. Тогда пойдем дальше, наверное, гончарное дело. Там посмотрим, на самом деле. Ну все, таймер сейчас 70 секунд. Ну вот нету пустынных клеток, куда мне города ставить, вот от этого. Но, с другой стороны, и другие бонусы у Нубии очень крутые. Это стреляющие юниты строятся намного дешевле, и районы строятся дешевле. Правда, если они рядом с этой пирамидой, кстати, а эти пирамиды, они у меня сразу доступны, или мне что-то... А, мне каменную кладку. Вот как раз, видите, камень, и можно, наверное, сразу в каменную кладку идти. Кстати, мне надо, наверное, каменную кладку... То есть обработать камень, потом рис, а потом идти и эту вот уникальное улучшение строить. Вот так. Лучше мне играть. О, юнит-разведчик. Здорово. Тут куча пустыни. Куча пустыни, но реки нет. Ну, тут где-то вот река, похоже. Так, два жителя. Может... Так лучше? Нет, все равно два хода. А вот так. Давайте так. Больше производства будет. Так, это мы исследовали. Давайте я, наверное, пойду в каменную кладку сразу. Сразу начнем варваров гасить. Так, ну тут бонус к кампусу, если что, есть куда располагать. Надеюсь, мой соперник не придет ниоткуда отсюда. Повышение сразу получил. О, я первый встретил научный город-государство. Здорово, ну похоже, мой соперник в ту сторону где-то. Правда, не уверен, но... Давайте прачников построим. Что обрабатывается? Производство, производство... Нормально, вот сюда поставим, потому что я сейчас собираюсь как раз... Так, плюс 5 к варварам и производство. Мне пока не нужен никакой пантеон. Хотя бог кузницы можно было бы взять на самом деле. Так, куда тут варвар убежал? А вот он. А
может и с той стороны соперник. Тут, кстати, не поймешь. Наверное, не хватит денег купить клетки. Может, мне лучше сразу идти сюда обрабатывать? Ну, это уникальное. Сколько вообще стоит? 25. Но мне сейчас пока орошение не так сильно. Я лучше позже приду. Я лучше это обработаю, действительно. А в эту сторону пойду смотреть, что там есть. О, еще руинка. Так, пожалуй, продолжим пращников строить. Тем более, что у меня бонус к их строительству. Да, странная тут пока территория, не по такой ощущению, что где-то в центре карты вообще. Ну вот нафига ты встал на руинку, дурак шведский. Так. Ну, еще одну давайте, еще одного пращника. Что у нас тут с ростом? Ну, как раз каменная кладка откроется к тому моменту, как я сюда рабочим приду. Ускорение получил из-за этой нумибийской пирамиды. Еще один разведчик. Интересно. Там где-то варвары должны быть. Буду так вот по сторонам стоять. Но мне где-то сюда надо город ставить. Раз, два, три. Вот сюда, я думаю. Так, следующее гончарное дело откроем. А тут, ну, давайте поселенцев. Уже. Руина. Хм. Реально такое ощущение, что в центре где-то нахожусь. Так, ну пойдем рис обработаем. Так, дуболом не буду подходить. Примерно понятно, где что. Надо еще, мне не очень понятно, где мне города лучше ставить. Так, давайте орошение, пару ходов. Опа, а Окленд я не первый нашел. Черт. Ну и где же мой соперник? Тут где-то, что ли, или тут? Блин. Не очень мне это нравится. Исторический момент. А, племенное поселение. А, вот он. Ну что, попробуем рабочего захватить следующим ходом. Придется ему объявить войну. Получилось. Черепахи. Не видел, кстати, довольно редко этот ресурс вижу. Ну, разрушим ему
лошадей. Да. Как же он так Окленд тогда первый нашел? Но все равно мне надо сюда пока везти. Блин, хотя мне вот туда предлагают. Блин, надо все-таки сюда. Ну, потому что против соперника моего. Возвращается дуболомом. Тут еще территории, конечно, не имею, но мне надо соперника подсиживать. Ну, он уже тут город поставил. Ну да, я могу тут город ставить. Блин, в его сторону надо ставить города, военные лагеря. Вот это вот все. Это видео подготовлено при поддержке глобальной космической стратегии consulwar.ru. Это игра, в которой вы можете управлять всем, но при этом не умереть под грузом микроменеджмента. Недавно они вышли в открытый бета-тест и теперь усиленно набирают игроков. Ссылка в описании к видео, либо в начале и в конце видео появляется баннер. Не забудьте после регистрации ввести кодовое словосочетание «Лёша играет», чтобы получить бонусы. Еще раз. consulwar.ru. Как он до Окленда туда пошел, как-то нашел его. Непонятно. Так, откуда у меня рабочий? Еще одного рабочего, что ли, построил? Или я с руинки его получил? Ну, куда-то сюда явно поведет. Слушайте, а может мне тогда лучше тут город ставить? Раз, два, три. Вот сюда. Сюда мне надо город ставить. Вообще, надо обработку бронзы. Он уже караван пустил. Нормально, нормально. Что тут варваров еще нету. Ну, так. Покачаемся слегка на городе. Да, но тут мы близко находимся. Тут, конечно, будет весело. А вот этого поселенца уже сюда поведу.
Сейчас, раз, два, три. Я думаю, только сюда или сюда надо решить. Лагерь появился. Вообще не в тему. О, тут пустыня есть. Но он, кстати, может тут город поставить. Все равно. И, кстати, мои города далековато. Надо было опыт против варваров брать. Тупанул. Давайте животноводство. Выйдем в мой этот, в моих лучников. И будем обстреливать его радостно. Еще один город государ, мне вообще кажется, где-то он там. Еще одного надо поселенца. Я сейчас рабочим лагерь захвачу. Прикол. Так, прокачали стрельбу из лука. Социальный институт прокачали. Блин, я уже на золотой век тут набираю. И обработку бронзы, я думаю, мы уже прокачали. Или нет? Обработку бронзы откроем. Надо лагеря еще строить. Ой. Не очень удачно. Так, что у нас с армией? У меня побольше. Лошадей обработаю, пока мне тут счастье не так критично будет. Блин, что-то я неудачно тут хожу. Пращников. Что с железом? А, вон железо какое-то есть. Хорошо. Тут железо, отлично. Мы обработаем лошадей.
Не успеет он, конечно, тут мне помешать. Он подойдет, например, обстреляет, а я потом город ставлю. Нет, постоим. Тут полечимся. Я этого дуболо, ну, поселенца буду защищать. Не знаю, может мне где-то тут город тогда поставить. Ну давай. Ну надо успеть. Теперь поставить город. Фаст-клик будет. Добрый вечер. А вот что он отходил? Мог бы город обстреливать и пытаться его захватить. Ну ладно, у меня сейчас уникальный юнит. У него, правда, тоже уникальные же юниты, скоро эти его. О! Круто. Так, ну я в золотой век явно выхожу, потому что я сейчас еще уникальный юнит получу. Блин, вот куда мне четвертый город, кстати, ставить? Чтобы у меня плотно города мои располагались. Есть у меня тут вопросы по этому поводу. Если может военный лагерь сразу здесь сделаем. А, у него уже лучники пошли. Так, поселенец готов. Я вот думал тут ставить, но уже не очень там. Не очень хорошее место. Хотя... Вообще вот тут неплохое. Давайте сюда, наверное, поведу. Может мне и тут лучника лучше строить. У меня как-то быстро тут все. Я поведу туда. Украдут варвары поселенцы. Ну и фиг с ним.
раз, два, три. Он сюда хочет ставить. Мне надо перехватить. Он на холме, поэтому... Ну, у меня тут лечилка, поэтому я и подставился. Ну, вроде ставлю город. Видите, я при... Блин, мне не хватает... Блин, одного очка не хватает. А что бы мне сделать такого, чтобы это одно очко получить? Блин. Что-то мне там предлагают ставить. Не, это далековато слишком. Слишком далековато. Так, довольство есть. Это есть. Вообще можно рабочего и построить. Не совсем, конечно, честно, так на последних секундах ходить, но когда у тебя 70 секунд на ход. Вот, так я могу тут стрелять. Странно. Неожиданно. Честно говоря. Интересно, смогу я ему что-нибудь плохое сделать до того, как он в этих выйдет в свои легионы? Так, давайте тут рабочего построим. А здесь тоже рабочего. Блин, не хватило чуть-чуть. Да, не выйду. В нормальную эпоху вышел в итоге. Берем здесь. Так, и здесь. Этого атакуем, потому что он может мои юниты атаковать, а этот не может, он через гору находится.
А он в золотой век вышел. Ну, здорово. Не успеваю, нифига. Идем медиаланом, наверное, попробуем взять. Блин. Варвары не в тему. Да, одного очка. Одного очка не хватило. Он обстреливает этого лучника. О, а вот и легионы. Ну-ка, как оно против легионов? Ну, вот чудо, блин. Надо было найти это чудо, и я бы... Да, тяжеловато. Так, у меня содержание юнитов уже не очень. Давайте здесь древние стены продолжать строить. Так, отступим. Сдох. Так, ну мне надо уже прекращать юниты строить, у меня уже содержания тупо не хватает. Это уже занадто, прямо скажем. Деньги. Два хода. Строители. Ну, да, не знаю, хочется вселенца, наверное. Кто тут? Окленд. Готов один. Так, я вот отсюда бы отошел, честно говоря. Он где-то в другом месте третий город поставил, я не увижу. Наверное, он поставил где-то там за собой третий город. Несчастье, у меня несчастье. Мне вот это... Клетка очень нужна. Да и вот это тоже. Блин.
А жаль. Вот, прокачал ему легион. Так, стены построены. Теперь тут мы военный лагерь достраиваем. 6 ходов. Довольствия мне не хватает. И тут бы город, конечно, поставить еще. То есть я так как бы запираю Рим у себя на территории. У него на территории. А, вот. Вот где у меня счастье. Так, так, так. Да блин, а чё он такой сильный? Встал на мой лагерь, не хочет давать мне его построить. Так, а что там у него? За олигархию, блин. Он олигархию открыл. И взял. А мне до олигархии, фиг знает. 5 ходов, точнее. Пока отступим. Ну хоть один убили. Уходи. Нехорошо. Ладно. Переход. Надо просто отменить, не дать. Он хочет устоять, чтобы разграбить его, понимаете, да? А нам нельзя это дать ему сделать. Ну, нормально. В принципе, против легионов можем воевать. Так, Виктора надо, Виктора. В Каср и Брим. А этого в столицу. Да ладно! Да иди ты нафиг! Долбаные лечилки. Четыре хода. А он, кстати, у него тут Виктор сидит. Вот еще у него почему тут плюс. А, вот тут у него нету плюс, у него... Хотя... повышение черепаха, блин. Сдохни ты уже, тварь. Наконец-то. Но мне не очень круто моих терять юнитов.
Да блин, ну у меня была промоушен там, ё-моё! Виктор следующим ходом. И этот не сдох. Ну да. Я уже там не поставлю город. Ладно, надо все равно сюда везти. Убил. Слава богу. Не хочу я его пока добивать здесь. Так, два хода до... строительства военного лагеря. Так, один ход строительства. Так, тут будет военный лагерь следующим ходом. Отлично. Центр коммерции. И здесь надо центр коммерции. И здесь военный лагерь, конечно. Ага. Ага. Переклик, переклик. Я тебя переклик. Так. Сдох. На прокачку получил. Что он тут с тараном пришел под мой военный лагерь?
Так, ладно. Сижу, туплю. Как всегда. Блин. Неудачно. По армии. Так все конфига мне конюшня. Так, что я беру? Влияние. Первый, нет, пока два влияния, производство, ну и содержание юнитов, давайте. Так, где у меня плюс к атаке? Мародерство, юниты кавалерии, оборонительная тактика, вот, сюда мне надо. Дополнительная атака. Как он там успевает ходить вообще? Тут реально еще напряжнее, чем в пятой циве. Минус 9 лояльность. Два раза стреляет. Боже, когда я могу военный лагерь-то уже построить где-нибудь? Ни хера не успеваю. Да вы достали тут. Так, рынок.
центр коммерции. Ни хрена не успел. Даже стены не строил. Так, надо переместить туда в Нури. Падает. Все падает. Здорово. Ну. Дальше что? Так. Значит, у меня еще один ход есть. Не смог забрать. Забрал таки район. Ну я, видите, без прокачек вообще потерял юнит. Так, сдохни. Теперь ты сдохни. Центр коммерции. Похер, где он будет. Здесь военный лагерь мне нужен. Начнем со стен. Да, блин, нахера ты мне открываешь всякую хрень? Так, торговец.
Отойди. Ремонт военного лагеря. Один ход. А мог прошлым ходом это сделать, между прочим. Ну, я, конечно, эти прокачанные ребята, это что-то с чем-то. Опытные снайперы. Это я хочу вам сказать. Круто. Лучники подверглись. Не, все-таки у Нуби, мне кажется, более читерные юниты. Юнитов построить, а то меня сейчас варвары возьмут за жабры. Блин. Вот это я зря, наверное, сделал. То сейчас подойдет и выстрелит. В городах тоже делать. Сидит варвар там, а? Так, мне надо в арбалет идти, я думаю. Просто хотя бы хоть что-то в городах начать строить.
Сразу минус 100. Отлично. Ну, я явно ему юнитов больше убиваю, чем он мне. Да, вот этот из района очень классно бьет. Да. Перный бабай. Нет, надо и лучника еще одного. Может мне не выходить в арбалеты, ну их нафиг. Мне так мои эти лучники нравятся. Ой. А вот он вышел в арбалеты. Подставил. Юнит. Неудачно. Да, я же выстрелить хотел. Так, что с варварами здесь? А, сейчас убьет, блин. А, вот он затупил. Ему надо было остановиться и убивать. Хотя, может, у него еще юниты есть. Фига себе. Снимается город. Они успокоятся, эти варвары-то. Надо починить коммерческий район.
Он много юнитов теряет, конечно. Мне убили лучника, ё-моё. Опять нормальный век. А у него темный. Куча тут наука у нас. 15.3, у меня 18.3. Пойдем-ка мы все-таки в арбалеты, а потом в стремя. Так, лучше отойти. Магнуса опять в Мирое, а сюда этого пингалу. Эту пингалу. Эти уроды тут меня атакуют. Так, плюс один караван. Назначаем пингалу в Нуре, а Магнуса в Мирое. Все. Успел. Железо у меня есть, если что, чтобы рыцарей. Слушайте, а надо бы мне кавалерию, не кавалерию, а этих тяжелых колесниц поднастроить. Заодно пирамиды в рыцарей сразу апнусь ими. Блин, а тут меня Окленд осаждает, что ли? Зря он сюда подошел. Блин, да что ты вышла-то? Зашибись. Я не заметил, что Моклинг меня осаждает. Честно говоря. Там его, видимо, тоже варвары дрючат. Пойдем-ка попробуем
захватить этот город колясочкой. Да блин, как вы достали, ну что вы лезете тут? Блин, пятого уровня вывел. Второго уровня вывел. Сдохни, тварь, сдохни. В Медиаване. Семнадцать тридцать. А эти тогда сколько? Видите, 17 сила, 30 атака. 30-40. Здорово. Хватит апгрейдов. Что, я перекупил Стокгольм самым? Да ладно! Генерала-то я не просрал, но прокачанного арбалет я просрал. Просто просран. Не знаю. Просто не успеваю нифига. Сдохни, тварь. Просто сдохни. Yeah.
Опять они прутся. Это невозможно. Просто... просто ужасно невозможно. Строитель, гайдук, военный лагерь. Ну почему я не могу тут строить? Ну, говнинда! Говнинда! Не могу туда стрелять. Как играть? Кого мне там убили? Блин. Моего... дуболома убили. Повышение. Весело, конечно. Не спорю абсолютно. Так, кампус, центр коммерции, правительственная площадь. Лагерь, ремонт. Здесь военный лагерь. ГГшки тупорылый. Все арбалеты, два арбалета убито. Так, повысить Магнуса. Ох, тяжело. Опять, вот как я неудачно здесь центр коммерции поставил, конечно, постоянно варвары припираются. Так. Сразу убил. Здорово. Блин. Ну, ему хоть сюда встать нечем, но он может, конечно, моего арбалета... мочкануть. Так, давайте-ка мы в наемники пойдем.
аптека, ремонт конюшни. Сколько в рыцаре стоит 90? Так. Все три. А, еще из этого не бегает, из Нури. Сюда встал. Уходим. Следующим ходом мапаем рыцаря, и надо будет пытаться этот город захватывать. Я думаю, тогда уже можно будет сдаваться моему сопернику. А еще рыцарей могу и так строить, между прочим. Не очень, да? Тяжело, тяжело. Библиотеку и... Золото.
Он, кстати, не может из города стрелять, потому что у него тут стен нету. Фу, ну, кажись, продавил. Это было, конечно, раньше времени, может быть, радуюсь, но выглядит. Тут равнина. Так, надо будет поменять их местами. Победа. Though its face may change throughout the ages. Да. Ну давайте графики глянем. Что тут было? Так, веры, заход. Это я не знаю откуда, наверное, какой-то город-государство, может. Не знаю откуда тут веру брал. Великих людей примерно одинаково. Фу, ну, я все-таки, видите, нумибийские лучники, мне кажется, круче, чем римские легионы. Просто потому, что они раньше появляются, и я могу... Нет, точнее, может быть, они один на один-то и похуже, но так как они раньше появляются, то я, получается, могу человека запушить, как бы. Ну, кстати, он основывал города больше, вот тут 4 даже одинаково было. Но я у него под столицей был. Всего и смотрите, как он терял юниты. То есть он теряет юниты, да? Ему приходится их строить. А я могу в это время районы строить, здания. Хотя он тут меня опережал. Все равно. Варвары меня больше донимали, потому что, видите, у меня больше сражений. Ну, юнитов я больше уничтожил, конечно. Тут золотой запас. Примерно одинаково. Культура, вход. У него явно какой-то культурный город-государство. У него был, видите, у него культура выше. Ну, наука, мы примерно поровну шли. Вот тут только я чуть-чуть. Это я кампуса, видимо, построил. Даже по счету мы примерно ровно шли. Ну, в общем, вот такая дуэль. Пишите. Интересно ли вам сорить дуэли в шестой циве? Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.